Эпицентром яркого и вкусного праздника, организованного для брещан на выходных, стала улица Советская. Возле кинотеатра «Беларусь» и городского фонтана организовали фан-зону с удобными мягкими креслами и большим экраном, по которому можно было следить за трансляцией соревнований. Как в любом зрительном зале, так и на самой любимой Брестской улице Советской редко кого сейчас можно увидеть без попкорна, кофе или стаканчика с мороженым. По случаю старта главного спортивного события года ведущие производители морозной сладости региона организовали праздник для всей семьи «День мороженого». Не отказал себе в удовольствии угоститься и председатель Брестского горисполкома Сергей Лободинский. Я всегда говорю, что Брест – это уникальное место. И вот в поддержку нашим игрокам сегодня вот эта фан-зона, я думаю, подтверждение. Вы посмотрите, какой праздник для народа. Вы обратите внимание, как сегодня заходит нашим брестское, да, и кубринское мороженое. Его надо просто попробовать, и тогда будет все понятно. Оно особенно приготовлено с любовью в любимом Бресте. Фестиваль мороженого того самого вкусного и ароматного, о котором знают не только жители областного центра, но и за пределами нашей страны. Из Кубрина в Брест для фанатов вторых игр стран СНГ привезли более 400 килограммов сладкого, вкусного, а главного всеми любимого лакомства. Мы готовились. Я думаю, что когда вы увидели все наши красоты, здесь все наши домики, вы поняли, что мы действительно очень серьезно готовились. Когда приглашали любителей кубринского мороженого на это мероприятие, мы, честно говоря, не ожидали, что будет такой ажиотаж, такое количество людей. Ведь мы даже еще не открылись, потому что открытие в 14:30, а уже вот какая толпа людей стоит. Нам, конечно, это очень приятно и радостно. Представляем наше, естественно, самое основное и главное мягкое мороженое. Также у нас представлено наше, ну, скажем так, классическое мороженое в стаканчиках. Мороженое на палочке «Эскимо». У нас новая линейка под торговой маркой «Любимый Брест». Мягкое в рожке на палочке с различными сиропами и шоколадной крошкой. Устоять не могли не только дети, но и взрослые. Эксклюзив – тайская подача белорусского хита. Я приехала в город Брест из Сургута. Мне очень нравится праздник. Как-то вот так на него попала. Праздник очень классный, у нас такого нету, ни разу на таком не была. Организовано все замечательно, очередей нет, мороженого много, мороженое очень вкусное. Праздник, музыка, все здорово, все супер. Я считаю, что в последнее время у нас для детей очень много различных организовывается площадок, вот как вы видите, развлекательных, образовательных. У нас очень много есть, куда пойти с детьми в этом городе. Мы на праздник попали прямо с корабля на бал. Мы приехали, знаете, вот уже круиз у нас по Белоруссии. Мы приехали с севера, из города Сургута, Сургут. И вот попали прямо на такой прекрасный праздник. Нам очень нравится. Такие вот здесь веселье, задор. Такой красивый город. Мы специально приехали посмотреть на вашу красоту. Анастасия Мельшкевич, Андрей Щерба, Юрий Левантович, телекомпания БУК-ТВ.